знаю, насколько меня хватит, но вышел погулять. Вот это, конечно, ну, колхоз. Застеклить вот это вот, вот такими скворечниками. Смысл в этом застекленном балконе, крошечном. Красиво же было, вот примерно вот так, как на той стороне. Ну, а что делать-то? Иди попробуй заставь людей убрать это. Это все наследие 90-х, когда каждый с фасадом делал все, что хотел. Мэнс, что-то какая-то одежа мужская. Это мы вышли с вами, ребята, по Волгограду погулять. Да ведь? Пожарская, Галина Евгеньевна, директор детской музыкальной школы. О, на дудочках играет. Хорошая дудочка. Ой, детский духовой оркестр, это очень круто. У нас было раньше в МЖК в Екатеринбурге. С таким настроем ребята играли. Криво, но от души. Это прямо здорово. Духовой оркестр, он такое настроение создает всегда. Соответствующее. Как вы понимаете, самая ранняя застройка в Волгограде – это послевоенная, потому что Волгоград, да, тогда Сталинград, полностью отстраивался после войны, потому что был разрушен до основания. Вот. Так что здесь так называемый сталинский ампир, он представлен в полной мере. А? К Волге сходим, к матушке, да ведь? Вон она там, родимая. Шли мы с вами вначале по улице Пушкина, там повернули на улицу Ленина. Сейчас стоим на углу улицы Ленина и проспекта Ленина. Соответственно. Зеленый человечек. Спасибо тебе. Аллея на проспекте Ленина. Прогулочная зона. Это было здание обкома, но сейчас, видимо, тоже какое-то государственное. Судя по флагам. Эх, колонны-то какие. Прямо античные. Туда она идет, эта аллея тоже. А мы с вами идем к Волге. О, красивое время сейчас. А, киношники любят. Режим наступил. Тогда начинает темнеть, но еще не темно. Так что мы сейчас с вами увидим, как зажгутся фонарики и станет романтик. Красиво. Мне кажется, что мы в один из первых приездов в город в этом зале играли. С группой «Хозяин ключа». Была такая в Волгограде группа. Мне кажется, ну вот было такое круглое у меня. Мне кажется, что это оно. Рисунки детские тут. Смешная собачушка. И веселая корова. Хорошая, кстати, картиночка. В общем, даже ничего. Стильно. Модно, молодежно. Ну и как уж тут без жигулевского пива-то вон там. Жигули. Пересекаем улицу Советская.
блин, год. Вот уже и зона отдыха прибрежная началась. Так, как впереди уже Волга, матушка. Волга, Волга. Здесь прямо реконструкцию сделали. Симпатично стало. И освещение современное. Вообще как-то так все нарядненько. Какие-то лежаночки. Смешные какие. Кофемобили. Прямо. Тема тут такая. С кофейком. Виктор Степанович Хализунов. Летчик, понимаете ли? Летчик. Слушайте, меня терзают смутные сомнения, но, возможно, мы завтра вот в этом зале играем. Вот там, то, что вдалеке. Я, честно говоря, не интересовался, где мы играем, но частенько играем именно там. Так, слушайте, я вниз не пойду. Я этот прикол знаю. Дальше придется по знаменитой лестнице подниматься. Я, конечно, спортивный мальчик, но не до такой степени и не сегодня. Знаменитые ротонды справа и слева от лестницы. Да, в Краснодаре-то уже травка полезла. Здесь снега нет, но травки тоже пока нет. Но все равно хорошо, тепло. Волгу-то, Волгу-то показать. Вот она, родимая наша. Музычка играет. Слушай, мне кажется, когда в прошлом году гулял с вами здесь по центру, здесь вовсю еще шли ремонтные работы. А нынче прямо вообще шикарно. Шикарно. Откачается. Вот в 1989 году там внизу под этой лестницей стояла сцена и состоялся самый главный концерт первого похода «Рок чистой воды». Вот там это было внизу, вся лестница была в народе, и Чайф играл тогда только что отрепетированный и записанный альбом «Не беда». Такая жесткая была программа. Володя Бегунов и Валера были налысо подстрижены. И голландское телевидение снимало. Съемочная группа голландская снимала этот концерт. Так что где-то это видео ходит не очень часто, но иногда попадается такое очень прямо брутально. Мы смотримся там. Ну и программа хорошая была тогда, прямо. Концерт был клевый. На этом пятачке проходят такие танцы, ретро-танцы под духовой оркестр. В прошлый раз я застал, очень классно. Танцевали здесь такие очаровательные бабушки и дедушки. Ну, наша весовая категория, наш контингент. Туда пойдем. Аллея героев. Вот тут все по-английски, по-английски. И внизу вот прямо вот как надо написано. Рюмочная. И все понятно. И хочется зайти.
Но не сегодня. Что-то я уже не хочу сегодня выпивать ничего. Не хочу. И не буду. Что-то вороны разгалделись-то там. Летают, что им не нравится. Угомонитесь уже. Темнеет. Ну, как, наверное, многие догадались, мы с вами сделали кружок и уже развернулись и идем в обратную сторону. Вот, параллельно улице Ленина, по которой мы шли к Волге. Теперь по Аллее Героев мы идем в обратную сторону. Книжный магазин. Очень хорошо. Школа живописи. Очень хорошо. Здорово. Прямо здорово. А то все рюмочное. Народ 8 марта поел, видимо. Все было занято. Сегодня прямо свободно. Ну, может, еще времени настало. Ну, я думаю, что и то, и другое. И времени настало, и народ вчера уже наелся. Ну, и в завершении тогда пусть будет площадь, там вокзал вдалеке, где мы приехали. Сама эта площадь, театр там. Хорошо.